Как стала учителем и что может передать молодым коллегам, Анна Пинчук рассказывает жюри конкурса «Педагогический дебют 2023». Его участниками стали педагоги со всего Приморья. Анна – учитель начальных классов в школе Спаска Дальнего. Более 30 лет в профессии, поэтому и участвует в номинации «Педагог-наставник». Во время самопрезентации педагог рассказала о книге «Заповедники Приморского края». Ее она создала вместе с учениками первых и четвертых классов. Методом жеребьевки ребята были выбирали, о каком конкретно заповедном месте Приморского края они будут составлять книгу. И был огромнейший опыт. Малыши, самые младшие, первоклассники, составляли азбуку Уссурийского заповедника, азбуку Морского заповедника. Четвероклассники, которые уже самые старшие в начальном звене, они более подробно описывали о животном и растительном мире. В конкурсе три номинации – молодой учитель, педагог-наставник и молодой воспитатель детского сада. Проходить будет в три этапа. Первое испытание – творческая презентация из опыта работы, 100% результат. Конкурсы профмастерства проводятся всегда с одной целью. Это выявление лучших практик, выявление лучшего опыта. Это мотивация, очень серьезная профессиональная мотивация. На втором этапе конкурса молодые учителя, наставники и воспитатели представят уже реализованный или реализуемый проект. Третий этап станет завершающим. Конкурсантов ждет публичное выступление перед жюри и коллегами. Победителей назовут 17 ноября.